еще одну вещь, которую скажу вам, как родителям, да, наши маленькие детки, ну, они, в принципе, они же нам верят беспрекословно, да, мы же для них ангелы-хранители. И они верят, даже вот в 21 год они нам все равно верят, как ангелы-хранители. Вы понимаете, что если ангел-хранитель говорит, то у них степень доверия такая, что это работает как внушение. И вы можете ребенку, я не предлагаю ставить безудержно всякую хрень в башку, потому что любая программа – это обременение, но есть вещи, которые, ну вот пример, который моя бабушка мне поставила, да, из программ, которые я знаю, что они у меня есть, и я пока их не удаляла в силу того, что я их идентифицирую, и они мне не мешают. Например, одна из программ звучит так: «На тебе все заживает, как на собаке». Да? Дети часто бьют ручки, ножки, падают, там, ну, летом с велика упали, коленка расшибли и так далее. Своему этому вот младшему, вот сейчас как внушение, когда я использую, я, например, его тут же начинаю целовать и говорю: когда мама тебя целует, на тебе все-все-все заживает. Быстро-быстро-быстро, вот вообще очень быстро. И получается, что как только вот его поцеловал, у него уже все, включается боль. Автоматически, вот не болит, вот только ребенку болело, тут говоришь, не болит. Что такое болевое отключение, да? Это одна из стадий погружения, классика гипноза, да? Когда болевые ощущения отключаются. А мы только ему сказали, и у него раз уже все, он в это состояние ушел, боль выключилась. И тут же мы ему внушение, что все быстро-быстро-быстро заживает, и вот смотри, он уже на завтра смотрит, и ранки действительно быстро все затягиваются. Вот. Поэтому понимаете, что мы можем своим детям зашить все, что угодно. Есть родители, которые зашивают своему ребенку, что он дебил, да? А есть родители, которые зашивают своему ребенку, что ты гениален, ты все можешь и так далее. Вот. Но в любом случае, когда вы что-то зашиваете, этому требуется, чтобы у него было подтверждение, то есть что это так происходит. То есть вы на завтра посмотрели, увидите, ручка заживает очень быстро. Все, подтверждение пошло. Да? Не надо искать подтверждение тому, что он дебил. Вот. А вот тому, что он действительно гениален, похвалить за рисунок, это все система внушений, это все классика жанра по гипнозу, но мы же можем вот в этом возрасте, реально зная вот все эти техники, поддерживать наших маленьких детей. Вот, потому что им и так достается по ограничениям, по построениям и в детском саду, и в школе, и так далее. Наш социум на самом деле достаточно очень жесткий, и учить ребенка удерживать ответственность в себе, не перекладывать ее в сторону, как это принято в объективном восприятии. Потому что как только человек научился перекладывать на кого-то, все, бизнесмен и руководитель закончился. Вы же не хотите его на зарплату в $100, да, посадить в будущем. Вы же видите в нем перспективу. А если в перспективу, то это с ответственностью, это субъективность, это значит там, где творчество, там, где интуиция, там, где вот эти все вещи. Поэтому, ну, тогда, родные, гипноз вам в руки. Тогда просто используйте то, что ребенку не надо никаких пасов делать, и ничего дополнительного не надо. С ним надо просто разговаривать грамотно. Все внушения работают, потому что он вам доверяет. У кого есть дети? Целая площадка для тренировок. Представляете, сколько талантов нужно вырастить, только зная то, что мы уже знаем, как это все работает.